Вот Евстисенька, Евстисенька, как и раньше. Иди сюда, Евстись, прыгай. Прыгай. Не обращай внимания, то у нас так ежики кушают. Прыгай, прыгай, давай, давай. Вот, молодец. Вот Евстисенька. Каждый день здесь моя умничка. Моя лапочка. Моя лапочка. Я ее прям так люблю. Вылитая рысенька. Прям вылитая Марыся. Евстися, моя доченька, мое солнышко. Она сама так любит обниматься, целоваться. Мне даже кажется, она не столько кушать приходит, сколько обниматься и целоваться. Моя лапушка. Кушай, кушай, моя доча, кушай. Умничка моя, кушай, кушай. Хочется верить все-таки, что она где-то живет, что она чья-то, просто приходит покушать и пообщаться. Как хочется, чтобы у нее все было хорошо, чтобы был домик. Кушай, тысенька. Лохматик. Ну что ты, ей-богу, как дитё малое. Давай. Да, это ёжики-то. Моя лапушка вот бросает кушать все время, идет обниматься и все. Моя девочка, я так скучала без тебя, я так боялась, где ты? Я так переживала. Ты, наверное, болела, да? Но ее видно, она все равно не такая измученная. И по ней видно, что она то ли ее, может, ее лечили, то ли она легче принесла. А вот с Марселем все очень плохо. Все очень плохо. Вот он пришел как-то вот покушать. Я думала, ну все, выкарабкался. Кстати, вот эта вот инфекция, которая в этот раз ходит, она получается какая-то неестественная. Но обычно, если как бы человек ее, организм человека его уже побеждает, эту инфекцию, да, все, он уже и пошел, все, кризис, он Ой, вот Гуля, ты почему здесь до сих пор? Так, все, караул, понесла я Гулю, надо их дособирать. Почему? Уже темно, а Гуля здесь. Пойдем, Гуль, пойдем домой.